Четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером, и лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлоты хохотушки хохотом хохотали. Стали кричали турки, который начерно обкурен трубкой. Не кури, турка, трубку. Купи лучше кипу пик, лучше пик кипу купи, а то придет бомбардир из Бранденбурга. Бомбами забомбардируют за то, что некто чернорылый, у него полдвора рылами, зарыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара крали, в то время кралась Кларю. Пока Карлу Клары, Карл и крал за то, что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе Дёготниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех не смех не уложить в орех, а Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было, и не до Дёготниковой вдовы, и не до Дёготниковых детей, зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова не вместили все дрова, и два дровосека, два дровокола, дроворуба для расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова в шейк двора, обратно на дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Цыпленок же цапли цепко цеплялся за цепь, молодец против овец, а против молодца сам овца, который носит Сеня сено в сане, потом везет Сеньку, Соньку с Санькой на санках, санки скок, Сеньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб. А Сашка только шапкой шишки шиб, затем по шоссе Саша пошел, Саша на шоссе Саши нашел. Сонька же Сашкина подружка шла по шоссе и сосала сушку. Да при том у Соньки вертушки во рту еще три ватрушки, аккурат медовик, но ей не до медовика. Сонька с ватрушками во рту пономаря перепономарит, перевыпономарит. Жужжит, как жужелица, жужжит да кружится. Была у фрола, фролу на лавра наврала, пойдет к лавру, на фрола лавру наврет. Что вахмистер с вахмистершей, ротмистер с ротмистершей, что ужа, ужа там, а уезжай, ужа там. У него высокопоставленный гость, у него трость. И вскоре опять пять ребят съели пять опять. С полчетвертью четверика чечевицы без червоточины. И 1666 пирогов с творогом и сыворотки из-под простокваши, а все мотом у колокола колокола звоном разванивали. Да так, что даже Константин Зальцбургский, бесперспективняк, из-под бронетранспортера констатировал, как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, таких всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить, но попытка не пытка.